Пицца ассорти. Авторский рецепт. Лаваш хлебный. Грибы не ядовитые. Яйца кенгуру. Колбаса, сосиски и докторская вместо рыбы. Сыр без плесени. Кетчуп томатный, красный. Зелень, петрушка и базилик. Масло подсолнечное, соль, вода по вкусу. Сгущенное молоко отсутствует. Оборудование: микроволновый пень и газовая труба. В рецепт не входит. Здесь у нас взбиты 2 яйца со сметаной плюс специи. Здесь у нас порезанная колбаска с сыром. И еще такой сыр. У нас есть лаваш. Вот тут он, микроволновка. Ну, подождите, ждите. Итак, у нас идет процесс приготовления лаваша с помощью тех ингредиентов, которые перед этим мы с вами видели. Осталось только приготовить и скушать. Ключевой момент переворачивания. Очень важно, не только удобная лопатка, а еще ловкость рук и никакого мошенства. Да, аппетит надо выглядеть. Оп! Супер! Ну, сразу видно, мастер золотые руки. Компонент в нашей пицце – это грибы. Грибы были собраны 5 минут назад. Ну, сами понимаете, грибы растут в теплице. Процесс Если идет. Вы думаете, что сгущенное молоко красного цвета, то вы заблуждаетесь, потому что это кетчуп, приготовлен на томате. Напомню, в любой пицце необходим мясной ингредиент. В нашем ситуации это будет рыба, которая называется сосиски. Рыба — это была шутка, чтобы поднять вам аппетит. Ключевым элементом в нашей пицце является сыр, тертый на терке. Это придает нашей пицце незабываемый вкус. И изюмин рататуй. Мышонок использовал специи: петрушка и базилик. Это дополняет наш рецепт дополнительными. Ну вот, блюдо уже приготовлено. Осталось вам, уважаемые зрители, достать свои вилки, ложки и оценить это кулинарное произведение. Если у вас нету возможности это сделать, то в профиле моего канала есть email. Вы можете написать мне письмо, и с помощью новой почты, в результате, кто лучше напишет комментарий, я отправлю вам часть этой пиццы. Жду ваши комментарии. Спасибо, приятного аппетита!